борщ это вкусно, в Америке вообще супы не едят. Они просто не любят супы. Не, ну вкусно, они ненормальные. Они не любят борщ. У нас через 40 минут уже выезд из отеля в Miami International. Так что кушаем борщ. Вкус мы вам передать не можем, только можем сказать слова, что очень вкусно. Мы по всей земле кочуем, на погоду не глядим. Где придется заночуем, что придется поедим. Театральные подмостки для таких, как мы, бродяг. Свежеструганные доски, занавески на гвоздях. Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем. И фургончик в поле чистом, это наш привычный дом. Мы великие таланты, но понятны и просты. Мы певцы и музыканты, акробаты и шофы. Значит, ничего нового. Элементарные простые углеводы и немного фруктов. Это Никитос. Да. Это я. Летим в LA, улыбаемся. Хотим долететь с комфортом, с хорошим настроением, немного поспать. Завтра концерт. Да. До встречи. Спасибо. Мы бродячие артисты, мы дороги день за днем. И фургончик в поле чистом, это наш привычный дом. Мы великие таланты, но понятны и просты.